Ждут преображения стадиона «Заря» и местные жители, многие из которых занимались там спортом в детстве, а теперь мечтают водить на обновленное поле детей. Я вообще очень рад, что вот Федорич здесь посетил этот стадион, посмотрел, как здесь дела. И сейчас вот живу надеждой, что наконец-то все это появится здесь. И детишки будут заниматься вот в этом здании. Когда-то много было, там много занимались. Давно уже пора восстановить его. Он уже давно заброшенный. Здесь люди и бегают вот по утрам, и занимаются, и в футбол играют дети. Конечно, это надо. Вот сами мы выросли на нем, вот в этом на стадионе «Заря». Тут и футбол, и баскетбол, и хоккейную площадку заливали. Дети сейчас не занимаются. В прошлом году хоть занимались, футбол гоняли. Сейчас ничего не... Очень хорошо. Я сам там занимаюсь и вполне хорошо смотрю на то, чтобы там бегать, начать. Хотелось бы, чтобы дети занимались на нем. Он раньше очень пригодился бы вообще детям занятиям. И раньше мы на него ходили, и многие там занимались пробежкой. Я этот стадион наблюдаю практически каждый день из окна нашей больницы. Но хочется, чтобы так, как и раньше, там занимались дети, занимались взрослые. В общем-то, если нам его сделают, это только плюс.